Здравствуйте! Тодовитый на газ за... Воу-воу! V8! Ах, на машина, пацаны! Тут я, Вася! Дерганый прям там. Дебилоид сидит. Эти дерганые. Да успокойся ты, психованный. Я сказал, я посерединке. Middle Skyline. Ой-ой-ой. Эй, ребят, всем арандон-дон. С вами вновь Sony, а также Project Cars 3. Врываемся в эту охренительную и очень атмосферную игру. В карьеру возвращаемся, потом еще в конце поедем, а еще какой-то ивентик интересный. Японские корни, господа. Темная пустыня, гонка. Где пустыня, где Япония, это у нас США. Финишировать за 2.30, чистых обго... Ой, да. Вот это, кстати, я не смог выполнить на консоли, я помню. Держите в слепстриме, да, оппонента. 5 секунд, да? 5 секунд, а затем обгоните его. Вот здесь я все не смог забрать эти самые, непонятно почему. Ну что, ребята, придется, даже не знаю, надо будет прорываться, а потом держаться за лидером. Но у них тут уже машины, смотри, 291, Nissan 370Z и NSX там в топе, 296. Короче, будет с кем пободаться, причем две акуры на самом деле здесь. Ну, погнали. Да-да. Я готов. Мне надо сейчас что, 8 обгонов за минуту 20, ну то есть сразу, а потом за лидером, держаться в слепстриме. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вплоть до третьего места. Это надо вырваться сразу, каким-то образом, непонятно вообще как. А, дайте мне какой-то супербуст, он мне сейчас не помешает, как минимум. Давай. Быстрее, 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 давай, 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 Аеха. Дрючим это 34-й, что-то не дрючим. На повороте задрючим. Никто не говорил, что чисто надо обогнать, надо просто обогнать, правильно? И мы тут тащимся по... Так, а теперь 5 секунд за Ниссаном в слепстриме. И потом обогнать его, подожди. Ой, за Ниссаном не получилось. Пускаем его, пускаем его. Ты мне нужен. 8 обгонов. Чистых, чистых, сука, обгонов. Ребят, ну и конечно же ни один апдейт в моей студии не проходит без компании Avalon Technologies. Ведь благодаря этой компании у меня есть возможность ежедневно получать доход, который я в том числе использую для того, чтобы что-нибудь новенькое здесь делать в студии. Данная компания позволяет мне зарабатывать ежедневно с помощью инвестиций. Я инвестирую в эту компанию уже более года. Проект неоднократно зарекомендовал себя для меня, по крайней мере, с наилучшей стороны. Компания очень быстро развивается и уже преодолела вот отметку в 750 тысяч инвесторов. И это не потолок, я думаю, что эта цифра продолжит стабильно расти, а потому что народ данной компании доверяет, ибо люди инвестируют и зарабатывают так же, как и я, на ежедневной основе. Здесь довольно просто разобраться, на сайте есть информация, куда инвестирует компания, каким образом она зарабатывает и позволяет зарабатывать всем своим инвесторам. И очень удобно, здесь есть калькулятор доходности, с помощью которого вы можете подсчитать, какую сумму вы заработаете с той или иной инвестиции. При этом инвестировать в компанию можно даже 100 рублей и даже на один день, что дает возможность сделать пробную инвестицию каждому желающему. А это мой личный кабинет, и это все инвестиции, которые у меня уже отработали. С каждой я неплохо заработал. И сейчас у меня активная инвестиция на 222 тысячи на 28 дней за 20 начислений. Вот такая сумма у меня уже на счету. А когда депозит отработает, чистая прибыль составит свыше 100 тысяч рублей за 28 дней. Такие дела. Если вам интересно данное предложение, если вас интересует заработок в интернете с помощью инвестиций, то ссылка на Avalon Technologies будет в описании. Твою мать, чистых обгонов! Вот в чем сложность здесь была. Делаем рестарт. Вот это, ребята, челлендж, я так понимаю. Это первый такой челлендж, который бросает вызов. Мать бы его, давай-ка. Чистое, так чистое. Попробуем, попробуем. Так, ну, я не знаю, на торможении придется тормозить жестче, потому что иначе я улетаю в бочину, и это сразу минус позиции. Мне это не подходит. Здесь вообще у меня, ну, ситуация не из приятных, потому что 3 минуты, и мне за минуту 20 секунд надо сделать 8 чистых обгонов. Не лишь бы так, там как, а за минуту и 20 секунд чистых, повторюсь, обгонов. Максимальный воздушный мешок. А подожди, 5 секунд за ним можно сдержать.
Есть, 5 секунд и чисто. Это ж чисто? Было. 8-8. 4 чистых обгона. 8-8-8-8. Держись, морда зацепилась. А, нет! Здравствуйте! Прилетело. Счастечко. Оказалось, что со слепстримом все просто. Держимся просто со скайлайном. Погнали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Все, просто проходим его теперь. Вася! Отлично! Вы заставляете меня тормозить, демоны. 5 обгонов и 5 секунд выполнили. И победить же надо. А, 2:30 финишировать. Понял. Где лезть? Внутри? Внутри ли? Я полез внутри боком, причем. Да ты задолбал закрываться. Пацаны, ну серьезно. Сколько там? 7. Давай! Давай, Олеха! 8, есть, теперь время. В жопу идите. Улетаем теперь от этих ребят. Просто довести. Охренительно, да у меня классная тачка, братан. Я прям признаюсь в любви АЕ-80. Ой, АЕ, какая АЕ? GT86. Там молнии еще видел? А так вот, блин, в VR видны всякие мелочи даже. Так, они там все, недалеко позади, теперь финишируют 2:30. А где время? Вон. А, это мы всего 40 секунд? Да ладно. Да ладно. А, это круг получается. 40 секунд. Ну да, тогда 2:30 сделать реально. Держусь на апексе. Они предлагают здесь притормаживать. Зачем? Точка была. Крутим ее до 5-й, до упора. Отлично, тут круговой уже вот-вот, да? Или мне показалось? А, мне показалось. Чё-то я в глазки долблюсь. Думаю, нихера себе круговой. Все, ребята, это победа, и время, по идее, мы должны были забрать. Здесь это было сделать сильно проще, ну, мне, по крайней мере, чем на геймпаде. На геймпаде интересно, круто, но сложно контролить тачку. Ну, вот это вот уже было реально непростое испытание. Я повторюсь, что на консоли я не знаю, почему мне его не засчитывают. Причем я не помню, по-моему, не 8 чистых. 8 чистых, то окей, а именно 5 секунд слепстрима, и потом обгон я делал и нифига. Возможно, у меня была не та тачка, она сразу срывалась, а здесь, ты видишь, подержался за скайлайном, получился баланс такой, потом она раздуплилась. Обгон, и все. И все хорошо. Я был явно на другом автомобиле, я не помню, честно, на каком, не буду врать. По-моему, на ТТшнике. И вот ТТшник, в общем-то... Хорошая тачка, кстати, полноприводная, но он быстрее улетал. Следующая, а финишная прямая, это у нас... О, вот это я помню. Здесь, кстати, победить в гонке. В слепстриме в течение чего идеально пройдите не менее 7 поворотов. Окей, держите в слепстриме оппонента в течение скольки? Опять, чтобы вы были здоровы в течение 5 секунд. Угу. Ну, в общем-то, те же яйца, и здесь будет дождь. Да, я помню, что здесь дождевая гонка. Ну, погнали. Здесь... Классный трек, я так понял, что он, опять же, нереальный. Суджо, Суджо, что такое Суджо, он есть вообще, нет? Спортсленд, Суджо, чва. Что это было? Так, кажется, мы разобрались, нужно было проверить на целостность файла. Ёкарный бабай. Там были два файла у меня, в общем, какие-то порчены, видимо, этот трек. Охренеть, посмотри на погоду. Воу-воу, мы сейчас тут, конечно, отдубасим. Кстати, обрати внимание, какие контуры на тачке, да? Смотри, странно это немножко смотрится, но зато их так четенько видно, даже на колесах вон. Есть такое, ладно, не суть. Ну что, погнали, господа, 5 секунд, что там слепстрим, а потом, что там? Сейчас посмотрим, старт с места. Слепстрим, и идеально семерых пройти. Здесь я на полноприводной тачке играл, на Mitsubishi, я вспомнил. На Эвике. Здрасте, ребята. Как же классно.
Ну, я чистенько прям уработал их. А слипстрим? И слипстрим был. А, 7 поворотов. Это без этих ребят надо делать. Либо вот сейчас хотя бы. Ну и надо втащить. Даешь траекторию, да? За ним. Есть 3. А что там? Форд Фокус? Или что это? Слипстрим работает. Это Honda Civic, вот что это. А с расстояния на Форд похоже было. Так. Сивик, сивик, сивик. Засчитали как идеальный поворот. Окей, блядь, мы с ним вдвоем заходим, тут опасно. Вот снести может. Стрелочка в тему, я туда даже смотреть не хочу. Все, сивик позади. Есть, нам осталось только одно. Довести машину до финиша и все. Опять какие-то артефакты. 200 скорость. Нормально, отловили машину. Немножко не попали в траекторию. Блин, интересный класс автомобилей. Когда ты можешь просто ураганить на все бабки. Это безопасно, блин, и это весело, кайфово. 260 сил, казалось бы, машина. А она крутая, капец. Бордюр. Скользко, но здесь это даже круто. Правда, пока не развернет, круто. Все повороты боком. Все, теперь не спеша довозим тачку. В общем-то, здесь челлендж закончился. Начиная со следующего класса будет покруче. Это факт. Ай-яй-яй-яй-яй, опасно, опасно, опасно. Грань вот эта вот, когда ты можешь совершить ошибку и нормально проехать, низкая. Хорошая тачка. В салоне только такая специфическая. Хотя, кстати, насчет салона, вот он тут такой вроде бы уютный, да? А вживую не все так плохо. Он даже уютный, и сиденья классные. Даже ощущение, что ты в диване сидишь, а не в гоночном ковше каком-то. И прикольное крыло вот это торчащее. Блин, у Лехи Шленина такая же тачка. Красная. Вот крыло такое ощущение, как будто ты на какой-то Феррари. Да, такая же тачка, ёпта. Только на автомате. Руль только стремноватый, но удобный. Так, ребят, здесь мы вообще на нефиг делать проехали, но это было весело. Дождевая гонка. Сейчас какое-то время... Вот ПКС будет много подсовывать гонок именно в дождь. Но дальше как-то их поменьше будет. Их реально меньше будет. Дождевых таких каточек. Многие даже критиковали эту игру. Господи, столько дождя, каждая вторая гонка дождь. Но это не так. Это поначалу. Вот, а дальше, по крайней мере, в третьем классе, какой он там, Е, хрен его знает. А там, в общем-то, не, Е это сейчас у нас, И. Там, в общем-то, все нормально будет. То есть будут дождевые гонки, но они не настолько частые. И это мы пролетели. Теперь у нас чемпионат, инициатива, чё, снизу. Так, ну здесь опять-таки очки, первое место, заработать. Угу. Короче, надо тащить. Outland Park, замечательная трасса. Сколько там денег у нас? О, 52 тысячи. Скоро нас заставят купить исторический автомобиль. И там, по-моему, вариант будет Porsche и Ferrari. Я катался на Ferrari, на ПК и на Porsche, на консоль. Porsche, кстати, имба. Берешь Porsche и просто всех чпокаешь аж. Вот только так этот 959 или как он там. Короче, легендарный старый Porsche, он, да. Дальше увидите. Крутой. По крайней мере, на консоли он позволял тащить за счет полного привода в поворотах просто офигеть как. Outland, ага, классная трасса. О, здесь будет, кстати, классный челлендж. Непростой такой. Да, скоро. Понеслась. Вот в таком конфиге два круга у нас. Погода, по идее, нормуль. Здесь надо прорываться на старте.
Да, на старте надо прорываться. По-любому. Тихо, тихо, дерганый. Такой, ойте, блин, там. Можно было... Заебись, да, говоришь? Так, а здесь надо вот-вот-вот, я помню, что вот... Не, не получится. Внутри. Здесь сильно ребята оттормаживают остальные. Посмотри на эту супру, ты шо? Дядя. Да дави ты на газ, заебал. По внешке попробую его пройти. С его Маздой. Аж на траву вылажу. Ой. Отлично. Просто ащ. Так. Главное, чтобы жопа на траву не улетела. Остальное мы все переживем. Классная трасса. Продолжаем атаковать. Ой, сейчас дайва пойдет, нет? Воу-воу-воу, нет, по внешечке скорее. Перекрестили его. Сразу двоих товарищей пролетаем. Что-то вы не едете, ребята. А кругов, кстати, мало. Лас-лап. Тут я, Вася! На, пошел, называется, чистый вам. Смотри, он тут остался. Вынес. Тихо, тихо, дерганые мои друзья. Максимальная атака, надо успеть. Не хотят они отдавать позиции. Блин, ребята, вот сейчас проблема. В хреновой ситуации. По внешечке попробуем. Нет, нихера не по внешечке. Блять! Проехали, хлопцы, выгружаемся, ё... Извините, штраф? Нет? Все, летим теперь на всех поршнях. Ой. Сука, фанатек вместо пятой заднюю воткнул. Ну, тут, ну, а я говорил, что надо прорываться на старт, иначе потом проблемы будут, слепстрим. Дерганый прям там, дебилоид сидит. Вася, быстрее! Откройся, откройся! Да шевели ты свою Хонду эту! Что одну, что вторую! Ой-ой, меня там чуть не забрали! Мне надо что-то с ними делать, любой ценой. На газ пол! На... Заебали! Буду как Need for Speed ехать. Что поделать? Трава, трава, трава. Мы выжили. Не, ну я, конечно, борщу, вопросов нет, но, блядь. Хочешь выжить, умей крутиться, называется. Давай, Вася, шевели свой Ниссан. Растолкаю их тут. Одни Ниссаны в топе. Срезки не было. Небольшой контакт. Сука. Да здесь нереально чисто, блин, это обогнать. Шодла, кодла, ёбла, блин. Так, ты тут есть? Давай, Вася, включай свой VVTi. А, какой VVTi? Тут же Subaru мотор. Да, чтоб ты был здоров. Последний поворот. Нормально? Прошел его. В отсечку. Отлично. Ребят, ну это чисто борьба на выживание была, честное слово. Это уже не гонки, а трешак, потому что слишком мало кругов. И здесь, ну, очень тесно. Если бы я с ними церемонился, я бы никогда в жизни первым здесь не приехал.
все хорошо у нас, ага, это рейтинги, да, показывают. Ну, слушай, ну вон, опять же, Nissan 293, то есть конкурентоспособные тачки, но они что-то не едут. Но это что-то скоро прекратится. Точнее, скоро начнет прекращаться, а дальше, начиная с третьего уровня, там уже будет хорошо будет. Ну что, настала пора, когда нам пора бы... А, подожди, это чемпионат, второй этап. Brands Hatch, порезанный... Дождь, прекрасно, но при этом дождь в начале, потом будет облачно, это нас радует. Опять же, такие треки затычные, капец. Я надеюсь, тут не два круга будет порезанного Brands Hatch, это будет перебор. Мне кажется, 3 или 4. Наверное, 3 круга они нам сделают, типа, развлекайтесь, ребята. Но опять же, прорываться надо будет жестко, особенно со старта. Ну, вариантов нет. Господи, как тут ужасно. Погода, пацаны, какие гонки? Ну, какие гонки? Серьезно, зрители там сидят, мокнут, флажками своими машут, ребята... Я вам могу только посочувствовать. Я бы ебал бы в рот такие гонки на вашем месте. Честное слово. Но мы рады, что вы нас поддерживаете. Да, да, спасибо вам за ваши лайки и вот это вот все. Так, ну что, 3 круга. Вот, да, я угадал. 6 тысяч практически ланч-контроль. Погнали. Классно бочком, да, она выстрелилась на старте. Я посерединке, я сказал, я посерединке, сука. Минус Скайлайн. Ой-ой-ой, блядь! Ну такое. По внешке. FPS попрощался с нами здесь. Ну да, здесь сложно. Спокойно, спокойно, пацаны. Эти дерганые. Да успокойся ты, психованный. Ебанько. Только из-за того, что опыта дают больше, я вас педерастинами такими оставил. Ой-ой, дождь. Ой, дождь, лужа. Так, отлично. Первый круг, мы 5-е. 100% траектория, говорят. Тихо, машина, тихо, тихо, не убей меня. Спаси и сохрани, да? А? Сейчас я так сюда, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так. Здрасте. А, тут еще и туман какой-то. О, дождь прекращается, отлично. Ебай, живем. Все, ребята, вы позади, расслабьтесь. Курите бамбук. А мы теперь можем поугарать. Вот. Третья. А, каев какой. Блин, когда дождь прекращается, кстати, вообще атмосферненько. Этот туман так стелется клево. Безумные гоночки, если честно. Вообще, как будто рассвет или это закат. Окей. Держим тормозами машинку, чтобы морда никуда не уехала. А то она так и норовит тут на спуске. Прям вообще на изя. Облизал апекс. Да, мне тоже понравился, бро. Понравилось. А еще мне нравится атмосфера здешняя вот в это время суток. Интересно, а будут какие-то гонки здесь дальше? Что-то типа гонок на выносливость там вот такого плана? Или не очень? Ой-ой-ой, блядь. Меня развернуло. Но мне хватит, хватит времени, да. У пацанов совсем нет темпа. Спасибо им за это. Спасибо, спасибо, спасибо. Затащили. Как тут круто. Эй, зрители. Так, получаем теперь наши дивиденды. По идее, да, 2 гонки здесь. Повтор, сюда ходи. Продолжаем. Победители. Блин, я забыл флаг поменять. У нас все еще Великобритания. Сейчас пофиксим. Это все... О, смотри, здесь причем даже мувы показываются. Че, хрена себе, челик вон. Плюс 7, плюс 6 позиций. Плюс 4, неплохо. А тут минусы, минусы пошли. Да, нормально. Туда-сюда, ребята. Поскакали. Ну вот опять же, чем это, блин, не шифтрен лишит? Ну это 100% он.
под логотипом Project Cars. Со всеми плюшечками. Как по мне, что Project Cars, эти что Shift, то же самое. Поэтому париться с названием вообще бессмысленно. Было бы неплохо что-то сделать вот, вот здесь. Да, да. Есть даже наш флаг, отлично. Хера себе здесь персонажи, дофига, однако. Вот этого оставлю, наверное, да и не буду морочить голову. А, тут еще и цвет. Ну, как-то так, все, пофиксили мы профиль. Чемпионат, по идее, да, мы проехали. Есть, дальше рот и особая серия. Ну, давайте здесь заедем. Это что у нас? Заработайте не менее... Это забавные гоночки, ребята. И здесь там предлагают на мустанге проехать, да? Да-да-да, брейкаут, брейкаут, вот как это называется. А мустанг, что, купить надо? То есть вы мне предлагаете купить вот этот мустанг? Серьезно? А сколько денег? 22 тысячи? Ладно, я его потом продам нахер, если что, этот мустанг. О, слушай, он прикольный. Опять же, пиксели на экране не настолько круто выглядят. Можно его подтюнить, но что-то не хотелось бы, если честно. Я б на стоке тут бы сейчас поураганил бы. Ладно, давай его хотя бы, наверное, переобуем во что-нибудь более нормальное, потому что, ну, будет страдание, правда. Мощности, по идее, ему хватает. Вот, хотя бы вот так. Мы его сделаем. Ладно, еще что-то по дешману. Там может турбо на этот зашквар. Все, я ставлю резину и до свидания. Поехали. Сколько там? 2250, да, очков там надо сейчас нашкрябать. Короче, нужно ездить, избивать всякую дичь. И вот это уже такое веселые ивентики. Сейчас прокатимся. Ребят, ну саундтрек мое почтение, согласны? Все-таки атмосферу для игры классная подобранная музыка делает. Ну, на 100%. Ох ты, ёпта, тут прям руль прутиком. Салон настолько антуражный, капец. Все аналоговое, все крутое, ребята. Три педали, да. Посмотри на эту ручку КПП. Правда, у меня она немножко другая, но в жизни. Охренеть. Причем она под углом такая. С деталями полный порядок. Эй, пацаны, здорово. Что это? Камера, блин? Ёпта. Пардон. Здесь микрофон где-то. Так, ну лады. Давай. Воу-воу. V8. Погнали. Хороший, с буксом переключается. Хорош прямо. Так. Проморгал или сбил? Здесь тормозить, по-моему, надо бы. Можно и быстрее. Спуск. Веселая тачка, слушай, мне нравится. Там, по-моему, по внешке выгоднее. Бля. Вот это все. Вот это я себе подписал приговор, так сказать. Мы еще едем. Что-то далеко мы заехали, как мне кажется. Я тут Сколько там? 2140, а надо... Серьезно? С первого раза? Изи. Я, видимо, страдал здесь, потому что у меня звук. У меня была тачка стоковая, а тут мне еще и с запасом. Она крутая, эта бричка, я хочу на ней погонять. Мне понравилось. Это, казалось бы, классика, она не супер топовая сейчас по характеристикам, но, блин, мы ее просто приобули. И прямо, да. Чего? Что это? Да, ребята, каев. Я предлагаю сейчас проехать еще одну гоночку на этой тачке. Вот, что у нас тут? Удерживайте одну из 10 лидирующих позиций. Чего? Всю гонку? Ага, чистых обгонов. 2 за 30 секунд и слепстрим оппонента. 12 секунд слепстрима нам надо. Непонятно, что это за трасса. Ну, правда, было бы неплохо дотюнить эту бричку. Но мы попробуем как есть. Посмотри, как вот. Ты себе представляешь такого мустанга в таком состоянии увидеть, ребята? Но он просто, как только из автосалона, весь блестит, он выглядит охренительно. И, кстати, как здесь круто, атмосферно в этом помещении, очень стильно, там кубки. Классно. Поехали на гонку. Вот, личный рекорд. Смотри, рекорды остались, а почему-то всего этого безобразия, то, что я играл на сейве, нет у меня. Непонятно, куда это все делось, но... Ладно, Руапана Парк Битеркет. Давид против Голиафа. Что бы это ни значило. Да. Обожаю ПКарс. Просто снимаю видосики и кайфую, ребятки. Если вы тоже кайфуете. Ну, вы поняли. Так, ну что? А, тут прямо все такие, да, интересные пацаны вообще, ребята. Понял. А что по рейтингам? Покажете, нет?
Ага, ага. Мы 249, но есть покруче. Ну да ладно, да, я понял, я понял. То есть здесь чисто... Воу-воу! Что-то этот Вася... Воу-воу! Не поехал. А что мне там надо? Слипстрим надо? Я еще и позиции потерял. И чистые обгоны, говорите? За 30 секунд, да? Слипстрим есть, обгоны. Будем считать, что это чистый? А это... А, да, все нормально. Так, а теперь лидировать. Лидировать, вот это уже проблема. Вася, поворачивай. Все, лидируем. Охуенная машина, пацаны, так сцепу бросаю на ней. Воу-воу-воу-воу. И с этой резиной она прям хорош. Валкая, но держится. Давай, Вася, давай, давай, заруливай, заруливай, заруливай. И даже не сносит нифига. Вот что значит боевую резину поставить. На боевую классику. Какой звук у нее классный. Качественный, кстати. Surprise, motherfucker. Воу! У нас опять задняя воткнулась, я понял. Рулю. Блин, меня задолбала эта коробка передач. Я вам говорю, она просто кусок говна у Фанатек. У меня их две, и обе занимаются этой херней. Они иногда включают вместо какой-то передачи вообще не ту. И часто это задняя. Давай, мне надо твой слипстрим, брат. Я опять чуть не обогнал его. Ну, хоть один обгон засчитали чистый. Ну, слипстрим. Считаем. Все, слипстрим есть. Погнали обгонять их. Кстати, если речь идет о чистом обгоне, то реально это челлендж. Хотя вот сейчас открылся. Офигеть, челлендж. Воу-воу-воу-воу. Твою мать, что творит? Открылся, до свидания. Шевелись, дядя. Так. Есть. Бок о бок с ним идем. Классный лайнер. У него такое ощущение, как будто он медленнее едет, почему-то этот лайнер. Ой-ой-ой, блин. Чтоб вы всрались. Ладно. Одна маленькая ошибка, и сразу до свидания. Хотя маленькая ошибка, это трудно было назвать. Вообще не жалеет, я смотрю, классику. Типа боевая. Отличный обгон. Я боюсь эту коробку. Блин, как мне нравится эта бричка. Он как будто со стабилизацией, и он там что-то мелькает, форт этот. Местами так кажется, по крайней мере, не попал. Ой-ой. На самом деле меня бы развернуло уже, но... Здесь включается в дело аркадная физика. Веселая, крутая, но все же аркадная. Вот это прям как будто там отсечка есть, да? Но ее на самом деле здесь нет, этой машине. Okay,
У пацанов шансов нет. В этой гонке. Вот здесь особенно внутри. Она газ нажала, а она потупила и только потом поехала. Как будто что-то не дало ей рано открыть газ. Кстати, обратную связь чуть подстроил в игре. Она вполне себе достойная. Нормуль. Конечно, такой трек для подобного автомобиля — это чисто издевательство, на мой взгляд. Но круто. Кстати, трасса чем-то отдаленно Николаевскую напоминает. Только здесь чуть больше разгона. Да, длиннее прямые явно. Есть, ребят. На изях забрали все это безобразие. Ёбушки-воробушки, посмотрел на время съемки 50 минут. Время пролетело, вы знаете, я даже не заметил, ребят. Да, конечно, эта игра крутая. Кто бы что ни говорил. Время в ней пролетает. Я извиняюсь, но мое почтение. Очень круто. Ну что, ставь лайк, если было интересно. Не забудь подписаться на канал. А чтобы не пропускать будущие серии, P-Cars идет просто как по маслу. Надеюсь, что вам так же, как и мне, он заходит. Спасибо вам за внимание, хорошего настроения. Побольше вам лета, ребят. И увидимся. Давайте, всем пока.